И о спорте. Дагестанский боец Мурат Абдуллаев поспорит за титул чемпионата лиги ACA. Соперником нашего полусредневеса станет экс-обладатель пояса в легком весе Али Багов. Поединок, который пройдет 5 сентября, сегодня анонсировал вице-президент промоушена Алексей Яценко. Махачкалинец Абдуллаев – выходец из Ушу Саньда. Он считается одним из ярких ударников в российском ММА. 10 из 18 его победных поединков завершились нокаутами. Его оппонент Али Багов – один из лучших грэпплеров во всем ростере лиги. Из 29 побед в карьере 23 он выиграл болевыми и удушающими приемами.